Во вторник в Беларуси сохранится облачная погода. В течение дня из-за туч будет выглядывать солнце. Вероятность осадков мала – 2-4%. Днем термометры покажут до плюс 17, в темное время суток похолодает до плюс 9. Ночью и к утру, предупреждают синоптики, сгустится туман. Такую погоду особо внимательно стоит проявить водителям. Не превышать скорость, включить ближний свет или противотуманки. Избегать обгонов, резких перестроений и опережений. И соблюдать дистанцию. В Колорадо не утихает крупнейший в истории штата пожар. Пламя, которое вспыхнуло еще в середине октября, удалось сдержать лишь на 14%. Стихия выжгла более 80 тысяч гектаров земли и повредила множество строений. На выходных стало известно о первых жертвах. Погибла пожилая супружеская пара. На австралийский штат Квинсленд обрушился шторм. Ураган принес мощный ветер, грозы и проливные дожди. В результате около 35 тысяч зданий остались без электричества. Один человек получил травму в результате падения дерева. Завтра в Бобруйске будет облачно с прояснениями, дожди не прогнозируются. Ветер юго-восточный умеренный, до 7 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 13, ночью столбик термометра покажет 9 со знаком плюс. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.